Совсем не шуточные страсти кипели на стадионе «Металлург». Именно здесь проходят матчи в рамках первенства Московской области по футболу среди детских команд. На стадионе «Металлург» в рамках первенства «Видновский Олимп» принял у себя на поле футбольный клуб из Краснознаменска. Два тайма по 25 минут с 5-минутным перерывом выдались для обеих команд напряженными. Спокойно, выжимай, выжимай! Подмосковные футбольные баталии стартовали еще в апреле. Ленинский городской округ на первенстве представляют 10 детских команд. Как рассказывает судья турнира Максим Буров, ребята стараются играть как взрослые, но пока многое не получается. Арбитры делают небольшие послабления, ведь юные спортсмены только начинают свой путь в футболе. В плане аута. Когда вбрасывают аут, то есть, ну, нельзя отрывать ноги от земли. Мы им разрешаем это делать, но... как бы предупреждаем, что вот раз они кинули, ноги оторвали от земли, мы говорим, что в следующий раз как бы будут уже другие игроки кидать мяч. То есть ноги больше не отрываем. То есть мы их учим. В нынешней встрече сначала повели видновчане, но все же по результатам игры футбольный клуб «Заря» оказался сильнее. Матч завершился со счетом 4-2 в пользу гостей. Во втором тайме мы вообще не дали сопернику ничего сделать. Во втором тайме. Ну, в первом тайме тоже мы... Ну, я еще раз говорю, мы играли сильнее, мы играли грамотнее, мы играли красивее, но... Побеждает тот, кто больше забивает. Мы забили меньше. В первом тайме все, что мы вытерпели 5 минут. Мы же так и думали, что мы с дороги приехали. Час там с чем-то ехали. Чуть-чуть вялые вышли. Понятно было, что команда соперников понесется вперед. Мы это ожидали. Чуть-чуть там потерпели. Выждали моментики свои. Команда соперников, к сожалению, и к нашему счастью, не реализовала 3 выхода, хороших выхода. А мы вытерпели. И, пожалуйста, 4 гола в первом тайме, и я считаю, что план, установку на игру мы выполнили. Для многих ребят это первое большое соревнование. Игрок команды «Олимп» Ярослав Терзиманов признался, что подготовка заняла много времени. Сколько тренировок в неделю? 5. Ну, 5 минут, это если когда в школе дни, а так, когда были каникулы, это ну, по 3 тренировки примерно. Автор одного из забитых мячей ворота видновчан Александр Бартенев своей игрой был доволен, но останавливаться на достигнутом не собирается, ведь впереди еще много игр. Первый тайм, в общем, всем понравился, а второй немного подрасслабились, да, и мы вдвоем защитники играли без замен, так что было очень сложно. Первенство Московской области по футболу среди детских команд продлится до середины октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.